Приветствую на канале! Сегодня покажу, как сделать квадратный подарочный конвертик из бумаги. И не один, а 5 вариантов оригами. Для каждого конверта понадобится один квадратный лист двухцветной бумаги. Я возьму 10 на 10 сантиметров. Каждая модель конверта будет делаться на основе одной и той же базовой формы. Для начала соберем ее. Складываем бумагу по диагонали белой стороны вовнутрь. Сгибаем ее в одном направлении и во втором. Теперь одну из частей складываем втрое. Должно получиться 3 равных отрезка. Складываем белым треугольником наверх. Противоположную сторону подгибаем, ориентируясь на вершину подогнутого треугольника. После отгибаем верхнюю часть к внешней стороне. Поворачиваем и подгибаем следующую сторону, ориентируясь на боковые части уже отогнутых треугольников. Также подгибаем вершину к боковой стороне. Аналогично поступаем с оставшейся стороны фигуры. Теперь складываем стороны друг за другом и заправляем четвертую под первую. Конвертик готов. Это будет первый вариант. Можно оставить в таком виде, а можно добавить несколько деталей. Вторая версия конверта. Берем такую же форму, как та, что мы сложили только что. Полностью раскрываем бумагу и переворачиваем белой стороной вверх. Подгибаем по сгибам все 4 вершины квадрата. Теперь складываем стороны друг на друга, переплетая первую и четвертую. Получился вот такой квадратный конвертик. Третий вариант конверта. Раскрываем базовую форму и поворачиваем цветной стороной вверх. Подгибаем вершину фигуры до первого сгиба. Повторяем для всех 4 углов. Затем подгибаем эти части по сгибам. Переворачиваем фигуру. Снова переплетаем стороны, заправляя одну под другую. Получился конвертик-мельница. Четвертый вариант. Раскрываем базовую форму и располагаем белой стороной вверх. Как и в прошлый раз, подгибаем вершины фигуры к первому сгибу и складываем. За счет того, что треугольники оказались сверху, получается другой рисунок. Видим еще один конвертик с мельницей.
Пятый вариант. Для этой вариации раскрываем конверт и помещаем цветной стороной вверх. Каждый треугольник подгибаем к первому сгибу боковой стороной. Важно следить, чтобы каждый раз это была одна и та же сторона, и все треугольники смотрели в одну сторону. Теперь переворачиваем и переплетаем стороны друг за другом. Получился конвертик со звездочкой. Вот такие варианты квадратных конвертиков у нас получились. Какой вам больше всего понравился? Напишите в комментариях. И, конечно, подписывайтесь на канал ArtVium. Здесь вы найдете еще много интересного.